Марина, и я очень рада, что вы зашли на мой канал и сейчас смотрите это видео. Если вы на моем канале впервые, то обязательно подписывайтесь. Также ставьте лайки, потому что над этим видео я очень сильно старалась. Ради него я поехала в Москву аж в 2 торговых центра и посетила 3 разных канцелярских магазина, чтобы показать вам максимально большой ассортимент, который я нашла в этих магазинах. Я надеюсь, что вам понравится этот выпуск Back to School. Ну и приятного просмотра! Итак, мы идем в первый торговый центр, и это Фимо, я здесь уже не первый раз. Поднимаемся на лифте в первый канцелярский магазин. Ну и первым у нас по списку это, конечно же, для предпринимателей, мам, для финансовой свободы. О, вот здесь очень красивые тетрадки. С обложками даже есть. Я так понимаю, это одна коллекция, такая розовая и синяя. Внутри у нее такие очень прикольные марки. Вот такой у меня был. И такой, кстати, тоже. Дневники такие классные. Вот этот байндер очень классный. На 4 кольцах. Цена крутая тоже. А мне вот эти больше нравятся. О, ручка здесь есть. Вот такие красивые. Разных цветов. Вот эти тоже неплохие. Я так думаю, они синие. Тут еще классные есть клея. Такие классные пеналы, в 2 цветах пока что. Здесь есть еще такие красивые блокноты, как ежедневники. И побольше. Посмотрите, какие еще есть красивые блокноты. Короче, там мы ничего не нашли, там очень большие цены, неоправданно большие. Поэтому мы сейчас перекусим и поедем уже в Европейский. Мак не работает, блин. Леонардо, и еще где-то должен быть Моди. Офигеть! Лёд Макарёв. А, это Баба Яга? Я думала, это сад. Блин, тут, конечно, очень красиво. Я видела во влогах всяких, но чтобы это настолько красиво. А, офигеть. Перебрались с этажом и оказались. А, офигеть, вот там мы были, кстати. Вот там мы и ехали. Тут самое главное не уронить телефон. Ну потому что у меня из-за этого страх высоты. Блин, балдеж.
Ну там ничего интересного, самое красивое с ней. Ура, мы сейчас покушаем. Жареное мясо. Офигеть. А почему тут огурцы отдельно лежат? Не знаю. Как-то странно. А, у меня вот такой бургер. Ну и сейчас мы наконец-то идем в Читай-город. Мы заходим в Читай-город. Блин, конечно, очень много всяких разных. Маленький сапиенс. У меня большой и в твердой обложке. И это даже не дешевле. Всегда, когда прихожу в Читай-город, я нахожу себе 1000 книг, чтобы их почитать. А когда я в интернете выбираю, я ничего найти не могу нормально. О, вот эти. Тут, конечно, очень много книг выставили. И она тут разная снизу. У этого вот дизайна под автора вот отдельный такой вот этот, цветовая гамма. Матовая очень прикольная. Не ной, нельзя, не сы, люби. Люби еще где-то есть. У меня такая же сейчас лежит в рюкзаке. Если она запищит, я не знаю, что я буду делать. Канцелярия вон там. Короче, тут все по цветам, очень прикольно. Смотрите, какой прикольный мраморный блокнот. Еще есть такой маленький, блестящий. Вот такие есть стеклянные банки, кружки, солнечки. Бутылочек тут также очень много, всяких разных. Блокнотик прикольный. И вот такие голографические пеналы разные. Есть еще вот такой и блестящий. Опять показываю бутылки. О, пенал. Вот такой, кстати, будет круто в музыкалку носить. Блин, посмотрите, какой классный блокнотик. Жалко, что он запакованный, но у него очень красивая обложка. Ланчбоксов также тут очень много. Именно вот таких, всяких разных цветах. Как по мне, они очень эстетичные. Очень красивые бутылки. А помимо бутылок, тут также представлены не менее красивые термосы. Просто посмотрите, какие красивые. А также тут еще есть такие бутылки. Давно хотела вот такой ланчбокс, потому что он очень-очень красивый, но цена такая. Есть такой же побольше. Вот такая тут еще есть бутылочка. Она очень красивая, из пластика. И цена 400 рублей. Очень красивые пеналы. И цена, кстати, на них нормальная. Очень красивая бутылка, просто безумно эстетичная. Здесь такие милые динозаврики, сама она бежевая. Открыть. Я не знаю, как она открывается, ладно, оставим так. Давайте посмотрим, что мы чувствуем. Я нашла мягкие игрушки. Просто посмотрите, как их здесь много. Здесь также есть вот такие подушки прикольные, очень мягкие на ощупь. Просто посмотрите, сколько здесь котиков. Мои любимые тетрадки с обложками тоже здесь есть. Только они, блин, очень плотно лежат. Ну, в общем, вот так они выглядят. Они есть и в клетку, и в линейку. В клетку. Крутые полукруглые ластики. Дарья Краузер. Здесь есть три цвета.
Также есть крутые градиентные ластики разных цветов. Тут можно выбрать. А еще что я нашла? Вот такой гигантский силиконовый, как будто бы ластик. И вот такие ластики-точилки в трех цветах, нет, в четырех. Розовый, желтый, зеленый и фиолетовый. И ручками нашла вот такие за 80, 90 и 90. Вот эти матовые все. Вот эти ручки очень мягкие, приятным таким красивым орнаментом. Вот такие я еще папки нашла, то есть конвертики. Сделаю вот такой, чтобы вам было поуднее. Очень красивые, полупрозрачные. Дизайны абсолютно разные. Есть поменьше. Вот такие, допустим. Есть какие-то с блестками такими. Вот это очень красивая папка. Из этой же коллекции. В другом цвете, в другом цветовом исполнении. Цена. Думаю, на всех них она одинаковая. Ну и на маленькие чуть-чуть поменьше. Тут даже есть Elmer's, блестящий, белый. Вроде бы это активатор. И даже прозрачный. Вот еще вот такие толстые тетради есть, красивые. Линейку. Какая красивая, господи. Уже в клетку. Тут даже блокнотики есть в обложках, тем более с разным цветом листов. Просто прекрасно, здесь огромный выбор блокнотов. Такие же в обложках есть и потолще, побольше формата. Вот такой в матовой обложке с оливками и глянцевая обложка. Все-таки даже разные обложки есть. Такие еще прикольные ластики. По 4 штучки в коробочке. И тоже градиенты здесь есть. Бегущие любимые. Пастельных очень много. И такие же цвета есть у Гудмарк. Очень много крутых тетрадей на кольцах, но некоторые в клетку. Да, по сути, тут большинство в клетку. Например, вот эти все с обложками, они в клетку. Я не могу найти ни одной, которая будет в линейку. Но вот такие я люблю именно в линейку. Господи, какая нежность. Тоже в клетку, но прикольная. Вот этот блокнот очень, кстати, крутой. Его все хвалят. Он вот такой. Кстати, можно, поэтому где-то тут был QR-код. Можно посмотреть, как он выглядит внутри. Вот такие еще тут есть маркеры. Они не очень большие. Как раз в школьный пенал подойдут. Рядом очень красивая альтернатива мидлайнерам, потому что они очень похожи по форме. А также тут есть полупрозрачные линейки, тоже очень красивые, но пока что я нашла только желтую и розовую. В очередной раз убеждаюсь, что в Читай-городе больше всего эстетичной канцелярии. Покажу ручки. Пока что мне в Читай-городе больше всего понравился ассортимент. Там много всего было, очень много красивых канцелярий в школе. В Глобусе было меньше. Надеюсь, вам заметно, что качество Back to School стало гораздо лучше, потому что я стараюсь говорить на публику, потому что здесь много людей. И я стараюсь быть раскрепощеннее, говорить громче. Это тяжело, но я стараюсь. Я сейчас стою на фудкорте и хочу продолжить свой монолог. Вы не представляете, как это круто бороться со своими страхами, потому что после их преодоления вас ждет только радость. На самом деле, реально очень классное ощущение, потому что
Ну, это, в принципе, прикольно бороться со своими страхами. А когда вы делаете это еще и в таких публичных местах, как торговый центр, это вдвойне круто. Сейчас мы отправляемся в моде. Мы сейчас на 4-м этаже, поэтому воспользуемся лифтом. Нам надо на 0-й этаж. Поедем на этих крутых лифтах. Прикольно. Хотя бы не так страшно, что телефон упадет. Тут очень прикольно, тут очень прикольно. Я буду повторять по 1000 раз. Спускаемся на 0-й. На 0-й уже. Так, начну с блокнотов. Здесь есть вот такие. И еще альтернативы такие же голографические. Далее, тут очень много на самом деле блестящего всякого. Но мне такой не очень нравится, но если кому-то нравится, я покажу. Такие металлические, в трех цветах, бирюзовые есть, еще розовые. Карандашки такие, видите, прикольные с радугой. Далее какая-то вот такая дурацкая ручка. Есть еще розовая, желтая, голубая, бирюзовая. Очень красивая, голубая. И пока что все. Такие в виде Микки Мауса. Тут очень много цветов. Такие есть. Розово-фиолетовые и белые, прозрачные. Пенелы. Опять же, все голографическое, я не понимаю. Очень красивые блокноты, они в обложечке, на кольцах, и тут такой жидкий пакетик. Стоит это все дело 500 рублей. Еще есть вот такой блокнот, он тоже голографический, достаточно увесистый, стоит тоже 500 рублей. И тут также, как и в Читай-городе, есть такие конвертики классные. Стоят они по 100 рублей, даже дешевле, чем в Читай-городе. И там еще есть вот такие сверху, красивые уже. И по скидке они стоят 50 рублей. Очень красивые точилки, прям мне нравятся. 70 рублей. Есть вот такие, как я понимаю, это маркеры, текстовыделители. Вообще, на самом деле, непонятно, что это. В виде чупа-чупсов, и они стоят 50 рублей. Далее вот такие точилки, стоят 60 рублей. И вот такая еще штука. Это, кстати, тоже маркер, и он стоит 70 рублей. Далее очень большие ластики, просто сравните. Стоят они 160 рублей, вот это, кстати, давно. Ну, в феврале он был. Также декоративные скотчи. Очень красивые, есть и голографические, есть обычные, есть яркие. Для оформления ежедневника или скрабудинга вообще идеально. Стоит одна штучка 70 рублей. Далее очень эстетичные пеналы. Такие сеточка с единорожкой. Мне вот нравится именно такая сеточка. Она прям сеточка. А спереди пленочка. И еще есть пенал побольше. С переливашкой. Тоже желтенький, такой красивый. Блокнотики быстро покажу. Пенал такой. И вот такие ручки. Есть еще стики ноут, стикеры для заметок, такие милые, пастельные, с единорожкой. Миленькие корректоры, такие фиолетовые и зеленые. Тут почему-то вся коллекция именно с единорогом. Здесь голубые фиолетовые ручки, прозрачные, очень красивые, кристальные. Также здесь есть и гирлянда, если кому-то надо. Беленькая, в виде радуги красивая, и с блестящими прозрачными блестками, звездами, извините. Здесь очень много мягких игрушек, но в Читай-городе было больше. Также крутые двойные стаканы, то есть если вы нальете в них воду, она будет именно вот в этом вот, который внутри. Будет пространство между стеклом и водой. Кружки с крышками также тут есть. Это тарелка. Прикольная, кстати. Еще очень крутая миска. Не пойму, сколько стоит. А стоит у нас 150 рублей. Под нее еще есть кружка. Также есть очень много крутых разнообразных ластиков всяких разных. Есть кактусы, есть мороженки и так далее.
Посмотрим еще сейчас здесь канцелярию. Есть пеналы, очень похожие на мои, с всякими разными надписями, разного цвета. А надписи здесь, кстати, одинаковые, просто цвета разные. Стоит он 200 рублей. Вот этот тоже очень красивый. Есть всякие разные. И конвертики еще. Такие очень плотные. Стоят 120-130 рублей. Пушистые есть всякие разные. Вон там еще есть пеналы. И держатели для карты. Очень крутые. Я такие ручки покупала в твое. Здесь таких, кстати, много. Всяких разных. Вот этот очень красивый. Прикольное сочетание цветов. Бежевый и синий. Еще есть вот такой распакованный, фиолетовый с желтым. Мне, кстати, нужна замазка такая лентой. И еще что-то надо будет. Рюкзаки, пеналы, всякие разные кошельки. Блин, тут даже салфетки красивые. Вот этот рюкзак, кстати, очень прикольный. Прикольное сочетание красивых цветов. Только непонятно, а он стоит 1300. Ну и сейчас хочу сделать пару выводов по всей этой поездке. В книжном лабиринте мне понравилось меньше всего, потому что там неоправданно большие наценки и сами цены очень здоровые. Больше всего мне понравился «Читай город», потому что помимо книг там есть еще очень много эстетичной канцелярии. И если вы в поисках такой канцелярии, обязательно ходите в «Читай город». Ну и в моде все сделано по коллекциям, что очень прикольно и является несравненным плюсом этого магазина. Ну и если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал. Помогите мне, пожалуйста, исполнить мою небольшую цель. Я хочу добить 5000 подписчиков до конца лета. Ну и всем пока!